Вместе с летом на Ивановские пруды пришла рок-стория. Местное сообщество рокеров дало очередной концерт на площадке под навесом. За 3 года такой формат успел полюбиться красногорцам. И субботние вечера у воды под гитарный аккомпанемент – привычный атрибут выходных. Но каждую свою вылазку в парк музыканты стараются разнообразить. В этот раз главными героями сцены стали участники свободного микрофона. Жители округа – не состоящие рок-стории, но горящие желанием исполнить свою музыку. Я музыкант уже давно, и я хотел общения с музыкальными кругами города Красногорска. Я недавно переехал в этот район и хотел влиться в тусовку. И искал в интернете, где бы найти вот своих сотоварищей, это соратников по оружию. Ну и вот нашел в интернете страницы, позвонил Дарье Махортовой, она мне подсказала, как это все состыковать, и я появился здесь, на этой прекрасной сцене. На свободный микрофон записалось 8 участников. Это будут как песни, так и стихи. И впервые для акустической рок-стории сегодня прозвучит что-то кроме музыки, поэтому мы в предвкушении. И каждый из выступающих сегодня получит классный мерч рок-стории, за которым очередь строится, а мы сегодня даем его абсолютно бесплатно. Авторской музыкой и каверами на популярные песни слушателей порадовали и резиденты сообщества. На одной сцене как недавно пополнившие рок-сторию группы, так и ветераны, стоявшие у истоков. Репертуар, что называется, сезонный. У меня программа такая на позитивчике. Все песни в тему лета. На дачную тематику там разные. Про отключение горячей воды будет обязательно. Новая песня моя. Ну, как-то так, весело будет. Веселое, непринужденное настроение на площадке плавно сменялось романтической чувственностью, а та, в свою очередь, бесшабашным задором. Музыканты неспроста постарались передать разнообразие эмоций, присущие прежде всего юным. Концерт в честь Дня молодежи и каждого, кто молод в душе.